Друзья, итак, у нас были неполадки со звуком. Надеюсь, что сейчас все нормально. И прошу написать, если кто-то нас слышит, слышно ли меня, можно ли проводить розыгрыш. А пока ждем еще людей, которые у нас добавляются сейчас в эфир. И я хочу вам рассказать о том, какие условия конкурса у нас были. Мы объявили конкурс комментариев 1 декабря, и мы такие как бы условия у нас были. Необходимо было быть подписчиком нашего канала, нужно было написать любой комментарий и нужно было поставить лайк. Комментариев мы получили очень много добрых слов. Спасибо всем за пожелания, за поздравления с Новым годом. И сейчас мы готовы определить победителей. Победитель у нас будет определяться путем программы вот этого сайта. Я надеюсь, что вам видно. И давайте первый приз разыграем. Первый приз у нас будет две силиконовые формы. Давайте посмотрим, кому повезет на этот раз. Итак, у нас выиграл Изумрудный город. Поздравляем победителя. Изумрудный город, вы выиграли две силиконовые формы для кексов. А сейчас разыграем следующий приз. Это у нас гейзерная кофеварка. Давайте посмотрим, кто выиграет ее. Ангел Тойс. Я вас поздравляю, вы выиграли приз, я очень рада. И у нас остался еще один приз, это блендер марки Bosch. Давайте посмотрим, кто окажется счастливчиком. Таня Сергеева, победитель, ура, поздравляем. Друзья, итак, я поздравляю победителей, очень приятно, что вы выиграли. Нам необходимо с вами связаться. Вот мы оставляем здесь вот на экране, видно, для связи у нас контакты. Вы можете написать мне ВКонтакте, в Одноклассниках или на блог «Секреты домоводства». Напишите. И в личных сообщениях обменяемся контактами, куда вам отправить приз. И, друзья, на этом я хочу с вами попрощаться. И перед тем, как я это сделаю, я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам всем всего доброго, успехов, благополучия и, самое главное, хорошего настроения. Еще раз прошу прощения за то, что у нас были неполадки со связью и что такой немножко скомканный получился эфир. Но самое главное, мы определили победителей и поздравляем вас всех с праздниками. Всего вам доброго. До свидания.